Здравствуйте, это студия «Баланс ТВ», меня зовут Андрей Сидло. Сегодня мы находимся в нашей библиотеке, а это значит, что сегодняшний наш разговор будет о книгах. Сегодня у нас в гостях режиссер, педагог, кандидат педагогических наук Александр Гребенкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть. Программа с вами уже есть у нас в эфире, и нам вновь очень приятно с вами встретиться. Сегодня мы поговорим о книгах. Ну, давайте тогда сразу, что называется, раскроем тайну, о какой книге мы сегодня будем говорить, чтобы сразу всем стало понятно, кто ее автор, как называется. Вот я их с собой взял, эти три книжечки. Это практически одна книга, целостное учение. Называется это учение «Искусство толкования». Создатель этого учения и автор этих книг – Петр Михайлович Ершов. Есть толкование на кофейной гуще, толкование по звездам. Это толкование о чем? Это толкование существующего в мире природы, мира человека. Человек появился в природе и стал ее присваивать, называть имена всем явлениям. В том числе появилась и такая деятельность у человека, как искусство, и в частности театральное. Вот театральное искусство, говорят, там зеркало природы, отражение мира, оно моделирует так называемую вторую реальность. И эта реальность должна быть построена по каким-то образцам, знакам, кодам, которые воспринимаются теми, кто будет потом смотреть спектакли. И эти коды должны быть построены по законам природы. Значит, нужно понять, как устроена природа, как устроено человеческое общество, какие его движущие силы, какие мотивы у человека в поступках, что происходит во взаимодействиях людей и в его внутреннем мире человеческом. Вот это все толкуется как-то. И поэтому искусство и необходимо. Потому что есть различные взгляды на мир, люди обмениваются ими, пытаются найти какую-то золотую середину, понять устройство, чтобы в этом мире им было комфортнее как-то осваивать его. Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о том, что некто, кто-то взял, изучив законы природы, попытался эти законы воплотить в театральном искусстве? Да. Об этом речь? Об этом речь. Но ведь мы же знаем о том, что театр создает некую свою иллюзорную реальность, которая оторвана от жизни. Ну, нельзя же сказать, что то, что в театре происходит, это так же, как в жизни. Нет? Это же совершенно по-другому все. Это не по-другому. Это художественными средствами отражается реальная действительность. Если это реальная действительность никакого отношения к произведению искусства не имеет, то произведение искусства оторвано от необходимости выживать в этом мире. Тогда оно не имеет смысла. Все, что служит выживанию нашего вида, вообще человека, вот это востребовано человеком. Все лишнее время убирает. Интересно. Все лишнее не выживает. Поэтому искусство и нужно как средство отображение жизненных явлений посредством художественных образов. Это такой способ познания. Есть две ветви познания. Наука – это точные закономерности. И искусство – это некие образцы качественных матриц поведения, слепки с жизни. И в разных видах искусства – в живописи, в скульптуре, в музыке, как наиболее тонком в виде художественных образов, и в том числе и в театре. А вот театр, он ближе всего к так называемой реальности человеческого поведения, потому что он основан прежде всего на материале, из которого строится это искусство. Каждое искусство, когда становилось, определяло, или был такой период в искусстве, когда оно определяло материал, из которого делается искусство. Вот, допустим, довольно очевидно, понятно, что живопись строится из цвета. Допустим, черный и белый, как минимум. Если этого нет, искусство живописи не существует. Оно из этого растет.
Музыка строится из звука. Нет звука, нет музыки. Очень долго и до сих пор еще не пришли к окончательному, может быть, до конца принятому всем театральным сообществом, что же является материалом театрального искусства, и в частности, актерского искусства. Очень интересно. Да. Вот мой учитель, один из моих учителей, Петр Михайлович Ершов, автор этого учения, вот он диссертацию защищал как раз на эту тему. Материал актерского искусства. Что же это такое? И пришел к выводу, как это не банально, может быть, сейчас уже звучит для многих, что актер – это делатель, акт-делатель, действие. То есть действие является материалом. Вроде как простая вещь, но он на эту тему писал целую диссертацию и защищал ее в свое время. И там очень любопытная вещь – единство внешнего и идеального, содержательного. Любое действие, оно выражено физически и имеет некий смысл. Вот, допустим, если я вот так сделаю рукой, то что это такое? В зависимости от контекста. Вот видите, а контекста нет. Контекста нет. Значит, это что? Это, оказывается, движение. Вы говорите, ну, человек что-то болтает рукой. Ну, что-то болтает рукой. А как только я сделаю вот так, вы сразу поймете, я привлекаю ваше внимание. То есть это уже действие. Вот эти простые вещи привели к написанию вот как минимум вот этих трех книг. То есть из этого получилось целостное учение вообще о человеке, не о поведении. Не мудрствование ли это лукаво? Это вот одна из, возможно, тех сложностей, которые существуют в приятии этого учения. Потому что талантливый человек, он в любой сфере деятельности не хочет учиться. Да. Вот. Я много знаю талантливых людей. И чем он талантливее, тем пренебрежительнее относится к обучению. В том числе и в искусстве, и в актерском, и в режиссерском. Ну, получается. Да. Как-то творится. Само собой. Вдохновение приходит само собой. И даже в этом случае все упрется в конце концов в необходимость передачи, фиксации искусства. Мы ведь животные общественные, социальные. Социальные. Вот. Нам необходимо обмениваться. Это способ нашего выживания. Мы выживаем совместно, и другого выхода у нас нет. Иначе мы не человеки. Это как бы легенды о Маугле это подтверждают. О настоящих Маугле. Они человеками так и не становятся. Так вот, как минимум понять, что сделал гений. И возможность передать, зафиксировать как-то явление искусства. Вот это все упирается в материал и в точность его разработки. Вот пример этому может послужить музыка. В музыке есть ноты. Было время, когда их не было. Как-то играли. Да. Я вот в детстве тоже научился на гитаре играть по слуху, посмотрел, там ребятишки какие-то аккорды берут, там 7 звездочек, или звездочка какая-то, еще какая-то большая звездочка, уже не помню сейчас. Вот. И девчонки рады, все, я счастлив. Да? Что еще надо? А вот как только появился интерес глубокий к музыке, когда я услышал звуки, как играет Сиговия на гитаре, У меня появилась необходимость изучать это. Я понял, что там какие-то ноты есть, более сложные аккорды. И тогда уже познание соединилось с более высоким качеством искусства. Как же я буду обучаться у тех, кто умеет? Он не все мне может показать, не все рассказать может. Он слухач. Просто подражай. Один лишь способ. А есть второй способ – фиксации и даже самостоятельного обучения. Автор уже не существует, а ноты остались. Музыканты сели, разложили партитуры, и зазвучал оркестр. Музыка жива. Вот для чего нужно это учение. Вот для чего нужна вообще наука в любом искусстве. Вот в музыке это очевидно.
И то, когда я разговариваю с музыкантами, они говорят, что ты, у нас столько сложностей, у нас этого нет, тут не разработано, тут не разработано. Я говорю, а в театре? Театр вообще вот на такой маленькой-маленькой ступеньке в этом смысле. И вот Петр Михайлович сделал огромный шаг на уровне вообще мирового театра в движение вот по следам Станиславского, потому что он первый решил наукой заняться. И это было не так легко ему, многие его не понимали и до сих пор не понимают. Ну, дескать, ну, устарел уже, зачем это, есть какие-то другие учения, давайте энергией позанимаемся, давайте прану поищем и так далее. А простыми вещами не владеют. Наше искусство начинается с элементарной правды. Эту правду в человеческом поведении можно как-то фиксировать. Если вы актер, а я режиссер, нам нужно договориться. Да. Если у нас разные школы, у нас нет языка, мы долго будем мучиться, чтобы сначала этот язык выработать. Уйдет много времени. Для этого существует технология. Процесс технологичен или нет. Технологический процесс ускоряет работу. Понимание увеличивает скорость свою. Вот для этого нужны элементы, которые имеют определенные названия. И если вы актер, вы владеете этими элементами, я прошу взять эту ноту певца. Певец берет. Я прошу артиста взять эту ноту. Он говорит, какую ноту? И тогда режиссер начинает, ну вот тут забей ему хаки-баки, замумунь, потом зашиндифень и вообще, вообще взорви ему мозг. Что делать? Артист начинает как-то пытаться взрывать мозг. А это можно сделать тысячу и одним способом или еще большим количеством. Значит, нужна точность. Точность языка и владение материалом. А он начинается вот в первой книжечке. Она как раз вот основа ее родилась, когда Петр Михайлович Ершов диссертацию защищал по поводу материала актерского искусства. Вот на основе этого первая книжка родилась. Она называется «Технология актерского искусства». Именно технология. Он впервые в истории театра предложил, вот как в музыке, ноты. Он так же, как и Станиславский, так же, как и наш главный, самый, вроде как первый учитель Михаил Щепкин, говорил, ищите образцы у жизни, учитесь у жизни. Так вот, они все учились у жизни. Это открытие человеческого поведения, как оно устроено на самом деле. Вот Петр Михайлович увидел, что все бессловесное поведение можно вычленить на четырех элементах. Это как человек воспринимает информацию, что при этом происходит с ним. Самый яркий признак восприятия мы называем в жизни удивление. И что происходит с лицом, мы все знаем. И мы понимаем этот элемент, и мы учимся ему вот с малых лет. Как человек удивляется, чему не удивляется, насколько вообще человек склонен удивляться, что от этого зависит. Оказывается, от этого компетентность зависит. Вот здесь он не удивляется, компетентен. А вот тут он постоянно глазки вскидывает. Значит, тут он ничего не понимает. Он тут неандерталец, он тут не образован. Или вообще по жизни он все время ходит с удивленными глазами. Ему весь мир удивителен, он все время находит новое и новое. Вот простейший элемент. И самое любопытное, когда я начал с этой школой знакомиться, это вот все, что связано с чувством. В свое время я пытался активно заниматься аутотренингом. Так. Вот. И там за счет самогипноза и владения тонусом мышечным ты можешь создать у себя разное настроение. Вот примерно этот элемент, который основу свою имеет еще в хатха-йоге и вообще в йоге, которая учит владеть собой, вот. Этот элемент, видно, и Станиславский ухватил, потому что он активно одно время увлекался хатха-йогой. И Петр Михайлович назвал это весом человеческого тела. Вот элемент поведения. Я вижу, в каком вы самочувствии, потому что это выражается в тонусе мышечном.
Как только я расслаблю мышцы, у меня все изменится. Изменится мое настроение. Я так и заплакать могу. Потому что я знаю, что происходит с моим телом. А тело, оно неразрывно связано с психикой, с содержанием. Форма и содержание – это одно и то же. Чем точнее одно, тем точнее другое. Одно другому помогает, и все меняется. Вот этим элементом учатся люди владеть с самых малых лет. Мы все с утра до вечера только и делаем в жизни, что учимся строить свое поведение по заданию. Угу. То есть выполнять предлагаемые обстоятельства. В основном мы действуем на инстинктах. У нас есть акция и реакция. Не в основном. Мы действуем, ну, мы действуем на, нет, на инстинктах. Есть часть людей, которые часть своих действий совершают осознанно, а некоторые манипулятивно. Да, да. Там еще можно трактовать сам термин манипулятивно, но дело не в этом. А вот про осознанность, неосознанность тут очень важно, потому что все, что связано с искусством, это строительство. Это авторство, это создание, ну, как минимум, да, хоть до какой-то степени осознанное. По крайней мере, осознать, что натворил. Поэтому там произвол, там произвольность, там нужна осознанность. А с точки зрения различных великих учителей, человек и есть homo sapiens, то есть существо осознанное, думающее. Вот насколько он осознанное, настолько он является человеком. Насколько он действует неосознанно, настолько он просто животное. Насколько мы действуем осознанно, настолько мы понимаем, кто нами руководит или кто нами манипулирует. Если мы неосознанны, то нами все манипулируют. Это невыгодная ситуация. Поэтому все великие учителя учили, просили, звали, осознавайте. Йога построена на том, что я должен осознать мельчайшее движение своих мышц, опустить сознание в глубины своего тела, владеть собою полностью. Это вот и есть актерское мастерство, по большому счету, которым мы в жизни занимаемся чаще всего бессознательно, в силу необходимости, нам деваться некуда, это способ нашего выживания. Но как только такой человек приходит в театр и выходит на сцену, он вдруг думать не может. Нет, он сам думает по поводу своих интересов, по поводу своих нужд. А то, что ему предлагается сыграть, это же чужая нужда, чужая цель. Он не знает, как думать. Думать он умеет, но как это сделать, он не знает. Как говорить, он не знает. У него все вдруг ломается, и человек начинает заново учиться. Есть способные люди, очень талантливые. У них это происходит легко и быстро. Они легко научаются на первых этапах играть этюды. Вот когда, правда, к тексту подбираются, к чужому, который нужно выучить и присвоить. Вот тут во всех школах и во всех театральных институтах огромная дырка, проблема. Вот с этим сложно, потому что, опять, на что посадить этот текст? Как его присвоить? Ну, как-то присвою. Ну, будь органичнее, говорят педагоги. Очень хороший совет. Ну, будь органичнее. Ну, проще, естественнее. И что? Халва. Ну, а во рту не сладко. Почему тогда очень многие талантливые актеры во всех ролях, они играют сами себя? То есть мы... В разных ролях мы все равно понимаем, что это он же. И мы его, конечно, за это же любим. То есть он играет самого себя, как правило. Ну, это в основном тенденция из кино пришла может в театр. Может быть. Да, в общем, это очевидно, потому что там востребован типаж. Там, а особенно в последнее время, репетиции как таковые вообще отсутствуют. Там большие деньги, там некогда. Там нужны очень подготовленные, поэтому там сразу конкурс,
И тот, кто умеет, чего-то научился, эксплуатирует то, чего он умеет. Угу. Поэтому он чаще всего играет себя самого. А вот мой хороший знакомый Андрюша Панин, он не играл одного и того же персонажа. Вот, по-моему, вчера, или когда я смотрел фильм, какого-то он следователя играл. Это явно не тот злодей, которого он там тоже какого-то играл. Совсем другой человечек со своими привычками, со своими нюансами поведения. То есть этот актер получил школу, успел понять, что каждый человек – это индивидуальность. И у него хватает способностей и грамотности в каждой роли, которая ему предложена, успеть найти это. Даже, наверное, без репетиций. Ну, это обладание приемами, да, наверняка. Это... Обладание и техникой, и то, что называется талант, который эту технику впитывает из окружающей действительности. Он в жизни гениальный актер. С ним просто за столом невозможно сидеть, закрыв рот, потому что все время хохочешь, он все время что-то играет. Вот это обратная сторона актерской профессии. Люди заигрываются, и в обычной жизни они продолжают актерить. Извиняюсь за это слово. То есть в какой-то момент я замечаю, что пропадает вот тот человек, с которым я знакомился, там, например, предположим, 20 лет назад. Сейчас это уже набор ролей, и он переходит из одной роли в другую, когда он там сидит за столом, он один, одна роль, когда он там встал разговаривать с сыном, это другая роль, но это роль. И это большая проблема. Вот, например, я не очень много знаю западных актеров, но они не такие. Вот они как раз, вот когда они играют, они одни, а в жизни они другие. Они проще, то есть, ну, это вот просто человечный человек. А наши, ну, может быть, это мне так просто повезло, может быть, вы сейчас расскажете, что это по-другому совершенно. А наши, особенно те, кого вот причисляют уже к стадии заслуженные артисты, это все. Это подача, это там широкие жесты, это томные паузы. Они в жизни вот такие остаются. Почему? Это печать, которую налагает необходимость тренировать так называемую выразительность поведения, которая очень нужна в театрах огромных масштабов. Попробуйте очень правдиво, абсолютно органично, шепотом, как любил работать Смоктуновский, сыграть в театре Советской Армии. Тебя просто никто не услышит, ничего не увидит. Там совсем другие выразительные масштабы. Поэтому люди привыкают, они их тренируют. Они же приходят неподготовленные. И вся репетиция первых спектаклей у актеров, которые закончили театральную школу, это мучение по приобретению новой школы. Тебя должно быть слышно. Нафиг твою выразительность. Давай громче, давай громче. Поэтому у них у всех сорванные голоса. Прокуренные, басят, хрипят. Просто вспомнил, на днях сходил к своему давнему товарищу, безвременно ушедшему на спектакль «На дне», на юго-запад. Очень жаль, что Валерий Романович ушел рано. Вот сходил, потому что узнал об этом поздно, к сожалению. Я так живу закрыто. И вот решил навестить. И был на спектакле, который давно уже сделан. И начало было такое мучительное, что я чуть не ушел прямо во время действия. Вот именно то, о чем вы говорите. Сидят эти заслуженные старички и вот так разговаривают. Но потихонечку вроде как акклиматизировались и перестали хрипеть. Перестали говорить этими лжетеатральными голосами. Все-таки школа, которую дал Валерий Романович, она свое взяла. Пришли в себя, и спектакль в конце концов состоялся. Но вот эта тенденция, она, к сожалению, присутствует в силу небольшой человеческой развитости актеров. Вот чем он менее развит как личность, тем он больше подвержен вот этому влиянию театральности, которая переходит в его повседневную жизнь. Что развивает актера как личность?
можно сказать, как бы простые, банальные вещи. Во-первых, страдания. Вот как. Вообще человека развивает, если не убивает, страдания. Потому что дети, играющие в песочнице, маленькие, они легко берут железную машинку и бьют своего товарища по голове, при этом радостно улыбаясь. У товарища может или подружки кровь потечь, она начинает орать, потому что ей больно. А этот, который стукнул, он ничего не понимает, он также радостно улыбается. Потому что у этого существа он еще не человек. Сейчас сострадать не может. Он не имеет опыт боли. Вот когда он этот опыт запомнит, что это больно, он научается сострадать. А так как артист – это жрец, который учит своих адептов, пришедших в зал, именно через сострадание, через сочувствие, у него этот механизм должен быть очень хорошо разработан. Это один из главных критериев при поступлении в театральный вуз, ну, для многих педагогов, я так думаю. Именно это проверяется, как человек рассказывает о своей жизни, как он читает басню, стихи, прозу. Он сочувствует, он вызывает ответную вибрацию чувств на том же уровне или нет. Поэтому наши все крупные актеры, мне вот довелось общаться с Ульяновым, дядей Мишей, это просто мощный, сострадающий отец. Серьезный, заботливый, мужественный. Он человечище. С ним сидеть тепло рядом. Как же легко с ним работать. Он накопил из чего строить. С этим человеком хорошо, ему есть что играть. А если человек в этом смысле личностно мелок, не накопил души и духа, это тоже отдельное явление, которое Петр Михайлович разбирает, что это такое, то у него и искусство в результате мелкое, недостаточно включающее большую аудиторию. Потому что у каждого человека найдется тот, кто его понимает, кто ему сочувствует. Но лидерами должны стать те, у кого этот механизм наиболее сильно работает. И, в принципе, театральная школа призвана учить этому, помогать развивать личность. Но, я думаю, в последнее время с этим и в театральных вузах, и вообще в вузах искусства стало как-то по-другому, как я спорил не так давно на кафедре с одной из известных актрис, она категорически отрицала понятие «гражданская позиция». Что вы про какую-то гражданскую позицию? Что за древний текст? Какие гражданские позиции? А для меня, как для человека, ну, уже, наверное, старого, эта категория не приложена. Потому что человек обязательно член семьи. Я отвечаю за свою семью. Я отвечаю за свою родню. У меня есть род. У меня есть наши, нации, нация. И у меня есть государство. Я за него отвечаю. Как бы по-разному не было в нашем государстве. Всем ведь не насострадаешься. Вон сколько горя кругом. Что значит не насострадаешься? Кто-то требует прям насострадайся. Это процесс объективный и неприложенный. Если человек это накапливает, если он понимает, как устроен мир, если он согласен с моим учителем, а мой учитель, его книги пестрят цитатами, он постоянно опирается на великих, на великих, на великих, чтобы подтвердить хорошую компанию своих коллег, да, которые думают так же. Так вот, если человек это понимает, то он сознательно копит дух. И один из наших главных учителей так и просил, вы, говорит, ребят, не стяжайте материальное, стяжайте духовное. Только что это такое?
Вот для меня, так же, как для моего учителя, это составляющая двух энергий, двух сил, двух потребностей. Надо увеличивать голод потребности в познании, то есть в истине, этим заниматься, и потребность социальную для других, то есть как можно больше делать добра и любить это. Потому что что делаешь, что получается, то и начинает расти. Питаешь – вкусно растет. Не питаешь – не изучаешь, не ищешь, не разбираешься. Познание начинает тухнуть. Хватит, что называется, и трех аккордов. Девочки довольны. Да. Большинство. Так же и с добротой. Просто слова «Поганкин, будь человеком». Или «Баранкин», было такое произведение давнее, «Будь человеком». Они мало что дают. Эти воззвания больше заглаживают вину педагога, который ничего делать не хочет. А вот воспитание, оно связано с созданием условий, необходимости приобретения вот этого и вот таких средств. Там, где люди сознательно и хорошо понимают, чего они хотят, они это простраивают замечательно точно. Например, в бизнесе потребления. Там такая индустрия. Там так точно загоняют человечка. Вроде и осознаешь, что ну, не нужно тебе этого, обойдешься. Нет, все-таки у Васи есть. Надо тоже. Вот это тоже одна из проблем, которую Петр Михайлович описывает, что такое воспитание, обучение, что такое сознание и что руководит поведением человека. Потому что это ведь была до определенной степени революция в понимании человека, когда, еще начиная с наших древних классиков, Сократа, вслед за ним Маркс, Энгельс, повернулась ситуация в сторону того, что управляют-то нами не сознание, не то, как я думаю, а наши потребности. Они ведут нас. И все дело в том, как их окультурить. Больше ничего не сделаешь. Только подсунув определенные средства, социально безопасные или социально полезные, можно их удовлетворить и развивать в нужном для общества направлении. Чем эта ситуация неосознаннее, тем более опасно, что это уйдет в те средства, которые для общества вредны. И человек начнет вот так удовлетворять те же самые необходимые для него нужды. А нужды, они как бы никуда не денутся. Их. Это делается, ну, я просто сейчас, у меня в голове все время идут сейчас мысли по поводу становления театрального актера, ну, поскольку материал у нас сегодня такой. Педагог делает это, ну, наверное, разными методами, но вот как вы считаете, эффективнее это действовать и прививать вот некое стремление к самопознанию актера через методы давления или через создание определенной атмосферы, в которую, ну, хочет, не хочет, а он сам погружается? На такие вопросы ведь наивно отвечать либо да, либо нет. Потому что живой процесс у нормальных людей всегда диалектичен. И я люблю повторять красивую фразу из «Экклезиаста» – время разбрасывать камни, а время собирать камни. А вот когда какое время – это большое искусство. Этому человек учится всю жизнь. О, время пришло собирать камни, никому не отдам. Мое, мое, мое. Так, ничего не отдам. О, пришло время разбрасывать, пора. Объелся, иначе будет несварение. Отдавай, отдавай, отдавай. Вот так же и там. Существуют ситуации, когда можно заставить воздействовать на волю. И прорыв происходит. Вот, допустим, в последнее время в силу ситуации некой потребности в индивидуализации и вообще мировоззрения
общество начинает заботиться об личности, индивидуализм начинает воцаряться. Говорят, как же в педагогике, допустим, нельзя кричать на ребенка? Физически, не дай бог, бить, да вы что? Вспоминается самый яркий пример. Папа Паганини так бил своего мальчика, что стал гением. Кто-то скажет, ну это... Это вопрос трактовки. Да, вопрос трактовки. Но факт остается. Он просто его запирал в чулан и заставлял там играть. И избивал. Наказывал. Но у него не было плана, чтобы... У него не было плана, чтобы он гением. Был. У него был план, чтобы мальчик занимался этим, чтобы он это сделал хорошо. Не будешь делать – накажу. То есть педагогика и вообще воспитание никуда не делось от двух ключей – пряник и кнут. И постоянно спорят, когда пряник, когда кнут. Они говорят, нет, только пряник, нет, только кнут. Значит, и то, и другое существует, и то, и другое необходимо в разной ситуации. Надо понять, какая ситуация. А это очень конкретный, индивидуальный случай. И нужен специалист, который поймет этого ребенка, что ему сейчас нужно, и возьмет на себя смелость, наберется окаянства совершить демиургический акт воздействия на неокрепшее сознание и куда-то его толкнуть. Можно просто сказать, ну, пускай плывет куда хочет. Да, да, да. Да. Неправда. Сама по себе позиция «пускай плывет куда хочет» уже толкает в определенное направление. Uh-huh. Это тоже идеология, это тоже воздействие на какой-то путь. Поэтому нельзя сказать, что лучше. Я и учился, когда студентом был, в двух театральных вузах, видел и те, и другие способы, на себе испытывал, и сам испытываю и то, и другое. Вот одно время я активно занимался педагогикой в научно-исследовательском институте художественного образования под руководством вот дочери Петра Михайловича Александры Петровны Ершовой и активно изучал социоигровой стиль в педагогике, и в частности, в театральной педагогике. Он основан как раз вот на очень бережном отношении к самостоятельности ребенка, но очень скрупулезном, внимательном просчитывании условий, в которых ребенок самостоятелен. Ему предлагаются определенные предлагаемые обстоятельства, которые его двигают. Да, да, да. Но я знаю, куда я хочу двигать. У меня должна быть квалификация для того, чтобы это обязательно делать. Обязательно. Ой, это сейчас я как начну сейчас спрашивать, просто я чувствую, что в этой, ну, то есть в этой теме еще столько много нюансов, которые... Мы сегодня про книгу, нам надо завершать нашу программу. Скажите, для того, чтобы нам подвести итог нашей программы, кому вы посоветуете эту книгу прочесть, для кого она, кто ее читатель? Ну вот, я с ней познакомился, с этой книгой, еще учась в Первом театральном вузе, куда в гости к своим ученикам приехал Петр Михайлович Ершов. И она стала для меня открытием вот тем же, которое потрясло меня в музыке. Я вот сказал, это простенький пример, три аккорда, и вдруг, оказывается, там ноты есть, и какая глубина. Вот то же самое у меня случилось после знакомства с первой книгой. Оказывается, ноты есть в театральном искусстве, оказывается, язык есть точный. Понятно, что надо уметь актеру делать. Вот прежде всего вот это. Если ты не умеешь попасть в ноту, ну, как с тобой работать? Сложно. У тебя голос есть. Ну, спой вот это. А, ну, надо все время, чтобы ты повторял. Значит, способ только один. Показывай, он будет с тобой повторять. Это очень объединяет практику. Вот открытие такое. Поэтому для тех, кто хочет познать, из чего состоит поведение человека, из каких кирпичиков или первокирпичиков, из каких нот бессловесного поведения, нот, особенно это замечательно, в слове, в речи. Вот я говорил, что одна из главных проблем – это когда ученик-актер встречается
с чужим текстом, и его нужно выучить и присвоить. Вот там использование нотного стана и сольфеджио, этими же словами можно делать совершенно разные вещи. Вот Петр Михайлович предложил один из простейших словесных воздействий. То есть это определенные речевые мелодии, которые слышны в любой речи, на любом языке. Все люди общаются так. Как только мы слышим «Эй, Марио!» Все понимают, кто-то кого-то зовет. Там Марио, понятно. Но просто «Эй!» уже зовет. И как только эта мелодия встречается в любой речи, я о чем-то говорю все время, ну, явно человек привлекает внимание, ему не хватает внимательности. И вот он обнаружил таких 11 простейших мелодических матриц. Это гениальное открытие. Это вот этим надо заниматься. Прежде всего, актер должен обладать этой грамотностью. Тогда он что-то может делать. Вот из этого можно лепить остальное. И вообще любое. И так далее. Там Петр Михайлович потом переходит к режиссуре, к ситуации взаимодействия людей, как мы общаемся, по каким параметрам. В общем, как в музыкальной грамоте. Есть тона, музыкальные ключи. Господи, какая прелесть. Мне всегда этого не хватало. Спасибо вам за очень вдохновляющий рассказ. Я думаю, что после нашей сегодняшней программы все захотят прочитать эту книгу, потому что знания, которые там находятся, они просто бесценны. Я думаю, все, потому что многие мои знакомые, люди даже вне сферы искусства, руководители бизнеса, крупного бизнеса. Я им советовал эту книжку почитать. Особенно меня поразило мнение одного моего знакомого, который прочел вот эти книги «Искусство толкования» и сказал, наконец-то я понял, зачем я занимаюсь этим делом. Я понял, чего хотят мои работники. Мне стало понятно, как минимум понятно. Поэтому она вообще учит пониманию жизни. Дай Бог памяти Петру Михайловичу, и чтобы его книги были популярнее, чем они ныне. Спасибо вам большое. Мы на этом с вами прощаемся, но я думаю, что не навсегда. Всего доброго, до свидания. Уважаемые зрители, спасибо, что смотрите наш канал. Заходите к нам на сайт balanstv.ru. Эти же программы, которые идут сейчас в эфире, вы всегда можете найти в записи. Пожалуйста, скидывайте ссылки на них своим друзьям, рассказывайте о нас и помните, что самое главное – всегда оставаться в балансе. Всего доброго, до свидания. В эфире «Добрые новости». В наш добрый магазин поступили особенно добрые товары. Теперь у нас столько доброты, что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром. Добрые люди, приходите к нам в добрый магазин за добрыми товарами. Добрые книги, добрые специи, добрые семинары, добрая косметика и добрая аюрведа ждут своих добрых покупателей. А для добрых оптовиков у нас действительно добрые скидки. Позвоните нам по доброму телефону 8-926-390-07-82 или заходите к нам на добрый сайт www.dobrodefisshop.com.